Специальные расширенные медицинские полисы вскоре могут быть введены для многодетных семей. Такое предложение поддержал председатель правительства России Дмитрий Медведев. И вот что он сказал в частности. Что касается медицинского полиса для многодетных семей, эта идея, мне кажется, абсолютно справедливая. Надо подумать, надо обсудить это с Минздравом. Может быть, действительно, нам такой специальный продукт предусмотреть с точки зрения страхования медицинского, сказал глава правительства.